В минувшее воскресенье губернатор Сергей Морозов провел совещание по формированию комфортной городской среды с представителями территориальных общественных самоуправлений. Встреча прошла на территории микрорайона Мостовая. Ведь можно же не только там на 8 столах в теннис играть. Ведь можно на нескольких столах сделать шахматные доски. И играть и в шахматы, и в шашки. Значит, так сказать, можно сделать, так сказать, там на каком-то столе, так сказать, ну, такое что-то похоже на нарды. И играть в нарды. Да макс мероприятий можно проводить. Но если в это будут вовлечены люди, лидеры общественного мнения, вот такие, как вы. Глава региона вручил благодарственное письмо местной жительнице Ольге Арясовой за вклад в развитие благоустройства микрорайона Мостовая и поставил остальным ее в пример. Женщина самостоятельно сделала из своих 24 соток домашний лес с современным ландшафтным дизайном. Теперь приходят на экскурсию к радушной хозяйке не только соседи, но и дети из близлежащих школ, чтобы увидеть красивые растения. У меня большой участок, вот я все начала делать на своем участке. А потом как-то вот собрала жителей с нашей улицы. Сказала, давайте наведем хоть немножечко порядок, приведем улицу в порядок. Ну, люди у нас хорошие, вышли все, работали. Так вот потихонечку улицу приводим в порядок. О правильном взаимодействии между обществом и властью, современных тенденциях и концепциях урбанистики, науки, посвященной развитию городских систем, рассказал лидерам общественного мнения приезжий гость. Главная идея лекции в том, чтобы при комплексном благоустройстве отдельной территории начинать с малого и двигаться к более сложному, при этом общаться и взаимодействовать друг с другом. По мнению эксперта, важно озадачиться техническим заданием, а не хотелками. И мастерская у нас придумана как, прежде всего, коммуникационная технология. Просто она сложная. То есть это кажется, что просто мы здесь что-то пилим, общаемся, придумываем. Если посмотреть весь технологическую цепочку, от разработки идеи до реализации сценария в течение 3 дней и еще его использования, то это фактически полноценный цикл исследования, проектирования, изготовления и тестирования, как бы, ну, в замкнутом ключе, причем с теми, кто это будет пользоваться. Напомним, проект «Открытая городская мастерская» прошла с 26 по 28 июля на территории ТОС «Мостовая Слобода». Цель первой городской мастерской – вовлечение жителей в разработку и создание общественного пространства. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ.